Пакеты, стекла, окурки, пластиковые упаковки – все это регулярно оставляют после себя любители отдохнуть на природе. Очистить берег Таболовского пруда под конец сезона пикников и шашлыков решили сотрудники Видновского завода «Гипсобетон». По подсчетам ученых, запасы питьевой воды на нашей планете где-то через 25 лет уже иссякнут. Это будет не в следующем поколении, это будет в нашем поколении. Но с учетом того, что мы загрязняем воду, я думаю, что эти запасы уже лет через 10 будут практически на нуле. Поэтому сегодня мы принимаем участие во всероссийской акции «Вода России». Акция проходит по всей стране ежегодно, начиная с 2014-го. Регулярно волонтеры наводят порядок на берегах разных водоемов России. Это мероприятие – часть национального проекта «Экология», и присоединиться к нему могут все желающие. На берегу Таболовского пруда добровольцам удалось собрать около 40 мешков отходов. В масштабах страны в ходе акции собирают десятки тысяч кубометров мусора. Нам важно принять участие в этой акции, хотя бы из тех побуждений, что мы живем здесь, и нам важно, насколько чисто в нашей местности. Работники завода активно включились в список для участия в этой акции, потому что люди неравнодушны, и всем важно, на самом деле, внести свой вклад. В акции приняли участие более 20 сотрудников завода. Рассказывают, заботиться о природе понравилось. Следующим летом планируют собрать еще больше людей и прибраться на берегу реки Пахры. Надо уже как-то природой заняться, не только же все время загрязнять, надо очищать тоже начать. Мне кажется, это важно как-то. Стараться хоть какой-то вклад нести. Кстати, волонтеры собирали мусор раздельно. Для пластика, металла, стекла и органики отдельные мешки. После акции отходы отправились не только на полигоны, но и в пункты сбора для переработки. Чистая страна начинается с себя! Поддержите акцию «Вода России»! Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.